Генерал Егор, орудие к бою. Давай сначала сделаем небольшой обзор. Мы сделали такую пушечку, которая стреляет, в нашем случае, дезодорантом, но можно брызгать туда пары любого летучего горючего вещества. Мы приделали ей колеса от гриля, который я добыл на свалке. Пушка И электронный поджиг. Ну что ж, теперь попробуем произвести пробный выстрел уже с колес. Олежка, надо снимать. Заряжается она с дульной части. Давай, набрызгивай. Пушка танк, утконос, не до того пристегнуть. Заряжается она с дульной части, а вот... Давай, Егор. Попытка номер 144. Закрывай скорее, главное, Борыч. А какую там сторону? Господи, Егор, тебе... твою артиллерию уже уничтожили. Пока ты думал, в какую сторону крутить. Я лишь замечательно. Готов! Пули! По-моему, мы попали в дом, который напротив стоит уже. Суперский был выстрел. Бабахнуло, будь здоров. Прекрасно. Протираем внутренности пушки. Убеждаемся, что есть искра. Мячик укатывается. Все нормально. Искра есть. Работает. Идем за мячиком. Возвращаемся. Так, к бою мы готовы. Вот так вот стряхни и дуй туда в объем, не дуй на электроды. А я на них не дую. Когда надул, резко закрывай. Должен не закрывать сначала дезодорант. Все, готовы? Да. Да. Ну, улетел, короче. Вот там видно. Добро пожаловать на наши пушечные соревнования. Вот там в стороне стоит наша красотка на лафете. Артем принес два орудия. Это одна из них носимая, что-то вроде ружья. А вторая пушка, как у нас, да, с камерой сгорания, со стволом. А вот есть еще ноу-хау. А, Саша утащил его. Ручной гранатомет. Заправляется пропаном и стреляет картошкой. Короче, сегодня у нас пострелушки. You got that present? Окей. Ignition. Yes. О, неплохо. Пушка начала трясти. Okay. Take a video too. Hold on. Hold on. Let me take a video too. Three, two, one, fire! It's your turn. Go ahead. Ooh, what was that? That was a little... Try it. Oof, нифига себе. Where is it? Вот там, нифига себе.